Друзья, всем привет! По названию видео вы уже могли догадаться. Сегодня я хочу вам показать самые пафосные, необычные вещи, которые я находила когда-либо в секонд-хенде, и которые, честно говоря, я не часто использую, потому что они для особых случаев. Итак, начнем. Вот это такое экстравагантное платье насыщенного сливового цвета я купила за 7 гривен за 2 дня до нового завоза, когда пришла с подругой для того, чтобы показать ей новый секонд. Честно скажу, что вот настолько как бы все открыто, и спина, и декольте, это немножечко не мой стиль, но я решила его купить, потому что ничего такого у меня в гардеробе нету. Мне нравится, как оно подчеркивает мою фигуру, мне нравится, как оно на мне сидит, и, возможно, как бы когда-то будет повод для того, чтобы использовать эту вещь по назначению. Странно, что ее до этого времени никто не купил, потому что 7 гривен реально, и это настолько вечерний, настолько интересный наряд, как бы для соответствующего случая, что я не знаю, как бы я все-таки решила его купить, хотя я понимала, что это не мой стиль. Мне нравится, как оно на мне сидит, и, возможно, мне нравится даже открытая ажурная спина, которую вы сейчас можете видеть. Не знаю, такая необычная вещь, которая не характерна для меня, теперь есть в моем гардеробе благодаря секонд-хенду. Наряд номер 2. Более скромный, но, как по мне, слишком вычурный. Когда я стала снимать для вас сейчас видео, поняла, что мне безумно идет этот цвет. И если еще вчера я думала продать это платье, либо просто дать кому-то, потому что я его не носила, я поняла, что повременю-ка я с этим. Мне нравится, как оно на мне сидит. Хотя раньше, я вам как-то выложу фотографию в Инстаграм, меня немного смущало, что оно слишком натягивает мои бедра. И у меня такие получаются прям выдающиеся формы в этом платье. Но учитывая то, что я сейчас вижу на видео, я думаю, что я себе этот наряд оставлю для кого-нибудь торжественного случая. Платье, кстати, я также покупала в один из предпоследних дней, заплатила за него 18 или 20 гривен, ну и была чрезмерно этому рада. Финальное третье черное платье, оно очень элегантное и более такое повседневное, с очень классным черным бантом на спине. Единственное, что недостаток, мне его необходимо отнести портнихе, потому что я из него просто вываливаюсь. Дело в том, что тут идет как бы платье двойка, потому что внизу есть маечка из более плотного материала, и вот она сшита некорректно, потому что из нее действительно человек будет выпадать. Я думаю, что я в ближайшее время решу вопрос немного с перешивкой этого платья. Платье купила то ли за 24, то ли за 25 гривен в первый день, день завоза. Я считаю, что это действительно круто, потому что оно мне безумно нравится, у него такой классический крой, и оно подойдет для многих разных мероприятий.